В этом году Екатерина Кочкина решила не упускать шанс и представить свой проект на соискание премии «Наше Подмосковье». Если ты поучаствовал в этой премии, ты ее там выиграл, или просто ты себя зарекомендовал, как «вот он, я есть», на тебя обратят внимание. Ты понимаешь, что определенную поддержку тебе окажут. Возможно, там не сам губернатор, а на тебя обратит внимание администрация района, либо какие-то другие организации. Но ты уже не просто сидишь в комнате со своей идеей, а ты ее показал людям. Катя поставила перед собой цель быть услышанной. Она очень хочет, чтобы ее инициативу поддержали и помогли с дальнейшей реализацией проекта. Чтобы для ребят из нашего района открылись некие новые возможности. Чтобы они получили какую-то новую информацию, определенную новую информацию о том, что есть в Москве, в Московской области, чтобы им как-то помочь. Потому что я там пережила определенный этап в своей жизни, когда я сидела с седыми волосами и не понимала вообще, что будет. Поэтому я хочу дать им определенные консультации, чтобы они... понимали, как действовать в тех или иных ситуациях. Идея – это половина успеха. Проект еще должен быть правильно оформлен и доработан. Здесь на помощь претендентам приходят консультанты. Один из них – Андрей Ткачук. Ежегодно он становится лауреатом премии губернатора. Ему, как никому другому, известны все подводные камни. Он знает, как стать победителем. Мы в начале таких встреч проговариваем, что проект изначально хорош. И его можно даже оставить в том виде, в котором он есть. Просто вот наше коллективное обсуждение, оно позволяет посмотреть, а как делает там один, как делает второй, и как могу свой проект изменить я, чтобы он стал там сильнее, чтобы он стал понятнее, чтобы он стал там, более очевидным, что ли, для человека, который первый раз на него будет смотреть. Потому что я-то, понятно, там работаю годами над ним, и уже там какие-то вещи очевидны, а для человека, которого первый раз видит, нужно сразу доходчиво вкратце объяснить, в чем суть. Только в прошлом году, благодаря помощи Андрея Ткачука, 12 проектов Одинцовского округа стали победителями премии. Каков будет результат в этот раз, пока сложно спрогнозировать. Но, судя по тематике работ, у конкурсантов нашего муниципалитета есть все шансы вновь стать лидерами региона по количеству лауреатов губернаторской премии. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».